каникулы! Каникулы, да я не пойду. Равиль, замри! Равиль, давай не сейчас, да хорош! Замри. Равиль. Равиль, замри! Замри! Проверь, замри. Ты чё? Здрасте. Извините, я Ашик. Ашик? Всем привет, меня зовут Равиль, и сегодня я научу вас пикапить девушек. Поехали. Девушка, вы так прекрасны. Увидев вас, я потерял дар речи. Может быть, сходим куда-нибудь? Свалил отсюда. Девушка, я слышал, вы любите настойчиво? Чё? Девушка, здравствуйте. Может, познакомимся? У меня есть там Бентли. Квартира в центре. Бла-бла-бла, до свидания. Что, последний козырь? О, girls, excuse me. Could you tell me where is the city center, please? Что он сказал? По-моему, он сказал, как пройти в центр. Yes, yes, центр. Это через мою кровать. О, you know? Через мою кровать ближе. Наконец-то я сходил и сделал себе ноготочки. Вот, если кому-то интересно, стиль называется зубогрыз. Вот, согласитесь, очень красивые ноготочки вышли, да? Вот, смотрите внимательно, вот они, вот они, вот они, вот они, вот, смотрите. А ты что, снимаешь? Да. Еще раз спасибо Леночке. Просто ноготочки супер. Просто самые лучшие ноготочки. Спасибо большое. Влад! Ты когда меня с тёлками позвал погулять, я думал, ты кое-что другое имеешь в виду! Я говорю, я думал, ты о других тёлках! Иди нахуй! Вот, короче, это мои тёлочки, вот. Деревня, считай. Чё? Что это у тебя? Камера? Я думал, сова. Здравствуйте, я представитель компании Ростелеком. Вам удобно говорить? Да. Оцените мою работу от 1 до 10, где 1 это 1, 5 это 6, а 10 это орех. 3. Спасибо. Ты что делаешь? Пристегиваюсь. Ты мне не доверяешь? Безопасность. Мы не поедем. Что это такое? Как тема гидроусилитель руля. Нахуйте. Сейчас чуть подушка не ебанул. Да, блядь. Гусиными перьями, блядь. Что за дороги, да? Россия матушка. Держава. Вот раньше как в СССР хорошо было, да? Ты же в 96-м родился. Я у тебя спрашиваю, как раньше в СССР хорошо было? Охуенно было, заебись. Бля, братуха, а чё мы по горе доедем? Я знаю короткую дорогу. Поехали, заправимся. Добрый вечер. Давай выпьем. Ты типа не уважаешь? А за что уважать?
А. Не куришь? Mm-mm. Молодец. Я пойду покурю. Время только 4. Чё бухой-то? Столько всего в жизни было, понимаешь? И mm-hmm. не понимаешь, что это пиздюк еще. У нас месяц разница. Вырастешь, поймешь. Отпускаешь человека, а он уходит. Ты не знаешь, как плачет тот, кто идет по жизни, смеясь. А поехали в клуб. Ну денег нет, денег. Деньги не проблема. Поехали. Ты что, меня снимаешь, пидор? Сейчас. Идем. Он лежит, красавица. Такси уже ожидает, пошли. Поехали. Понятно. Пойди, мейкер, блядь. Равиль. Смотри, сейчас в интернете идет спор. Сейчас я звук включу. Лорел. Че слышишь? Гений. Нет. Лорел. Гений. Еще раз. Лорел. Гений. Лорел. Гений. А ты издеваешься? Это ты издеваешься? Лорел. Еще раз. Лорел. Гений. Ты бананы высунил, Лорел! Лорел. Гений! Не надо так орать, если там Лорел. Че орешь, не понимаешь? Андрюх, позови. Еще раз. Лорел. Гений. Андрей! Дай сюда тоже. Да он что-то вообще, блин. Сейчас спор в интернете. Звук. Че слышишь? Ты пидор. А какие варианты? Лорел. Гений. Включи еще раз. Гений. А все, Лорел? Равиль, снимешь меня, фокус покажу. Нажимать? Да я нажал уже. А. Снимать? Да, да. Сейчас. Да. Мне кажется, все равно там ляп был какой-то. Вот с первого кадра никогда ничего не да переснять же можно. Кстати, что не выключил? Да еще, обрежешь. Ты едешь это к Саньку на день рождения? Я не успеваю. Мне, во-первых, надо подарок купить, потом постричься ехать. Я не успею, не поеду так никуда. Давай я тебя постригу там и все. Успеешь. Ты сможешь постричь? Я 5 лет работал в барбершопе. Мне говоришь. Пойдем. Ай, блядь! Вот и все. Slay to a page in my rap book. Нет, нигде. Я сейчас по резкому схожу, подождешь? Ладно, да. Только недолго. Блять. Чувак-то проезжай туда-назад, блядь, назад, дорогой. Че, нельзя пересесть быстренько и уехать? Пожалуйста. Он недолго, он сейчас сказал, выйдет и уберет, хорошо? Ты можешь уехать? Я тороплюсь, пожалуйста, побыстрее, можешь? Мой есть рачок. Ты поставил машину посередине двора, отъедь отсюда. Я бы сразу прошу. Бачок, времени нет, мы едем за ребенком. Та машина. Ребята, время 7 часов, и в честь свободы интернета, в честь свободы слова, запускаю самолет. Вперед, самолетик! Вперед, телеграм! Да ебаный в рот, блядь! Заебали своей телеграммой, блядь!
вашу мать!